Надежда с особой теплотой вспоминает школьные годы и образ первого учителя. Сейчас она уже сама прикоснулась к педагогической деятельности и выходит на сцену под аплодисменты, получать заслуженные награды. Первого учителя никто никогда не забудет. Моего учителя зовут Шелихова Марина Ивановна. Я помню, не каждый день, может быть, и каждый день, когда я ходила в школу, но в школу я шла с удовольствием. И благодаря ей, наверное, скорее всего, я стала воспитателем, потому что я шла к своей мечте и хотела стать учителем. Торжественное награждение, цветы и, конечно же, слова благодарности. В этот день все для дорогих учителей. Глава муниципалитета Андрей Иванов поздравил работников образования с профессиональным праздником. Вы не только прививаете знания, полезные навыки, но и помогаете человеку познать мир, сформулировать к нему свое собственное отношение. Вы даете моральную поддержку, радуетесь вместе успехам и победам, достижениям, помогаете преодолеть трудности, не даете грустить над неудачами. Ко всеобщим поздравлениям присоединились и депутаты-единороссы. В этот замечательный праздник самые добрые, самые светлые пожелания в ваш адрес. И, конечно, здоровья вам и вашим близким. Суть вашей работы, вашей профессии переоценить невозможно. Очень на вас надеемся, искренне благодарим. И я сегодня не удержался от того, чтобы, просто глядя на успехи нашего образования, нашего Одинцовского округа, не удержался от того, чтобы не вручить вам личные награды от себя лично и от Государственной Думы. Директора, преподаватели и воспитатели детских садов Одинцовского округа уверены в правильности своего выбора. Ведь давать знания детям и сеять разумное, доброе, вечное уже давно стало их призванием по жизни. Это праздник тех людей, которые своим детям дают развитие. А своим детям это не те, которые родили, это и те, которых мы учим. Это уже дети их детей, уже внуки приходят. Поэтому вот такое торжественное празднование, оно необходимо для того, чтобы каждый человек понимал, что это его жизнь, его судьба. Вдохновленные профессии. Именно под таким девизом прошел окружной праздник по случаю Дня Учителя. И это действительно так. Только те, кто любит детей и обретает в работе дело своей жизни, навсегда остаются педагогами. Учителями с большой буквы. Екатерина Крамер, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».